Всем привет! Сегодня мы откроем с вами немного сундуков с героями в игре Injustice 2 Mobile. Итак, поехали открывать. Получится около 7 сундуков. Немного, но без доната это нормально. Так, получить первый сундук. Бум! Джокер, двухзвездочный. Да, я забыл сказать, и поиграем за них тогда уж. Купить еще. Бум, дедшот. Слабенький дедшот. Золотой класс техно, непробиваемый киборг. О, вот это вообще бомба. Мы сейчас протестим обязательно его. Харли Квин. Еще одна бомба. Ребята, мне сегодня везет. Опять Джокер. Но я думаю, так же как в Marvel, там, наверное, можно их вместе как-то сочетать и прокачать дальше. Поехали дальше. Осталось еще два сундука. Харди, такая у меня уже есть. Вы собрали достаточно геройских фрагментов, чтобы повысить звездный рейтинг героя. Перейдите в раздел состав, чтобы повысить. То есть она у меня станет двухзвездочной. Итак, последний сундук. Поехали. Воу. Доктор Фейт. Какой-то он не вызывает бурю эмоций. Итак, посмотрим в итоге, что же мне выпало из сундуков. Сейчас соберу награды. Быстренько соберу награды. Еще кристалл. А, кстати, у меня тогда еще на один сундук хватит. А может, и не на один. Так мы сейчас с вами еще два сундука откроем. А может, и три. Так. Сундуки. Открыть. Будет эпик. Женщина-кошка. Она у меня уже есть. Воу, болотная тварь. Хиленький, однозвездочный. И последний сундук. Вначале везло. Под конец что-то. Опять женщина-кошка. Да что ж ты будешь делать-то? Прокачаю я до двух звезд. Что? Хрень. Завершить. Так. Может, сейчас еще по достижениям еще на один кристалл хватит. Ой, на сундук. Нет, не хватает. В следующий раз тогда. Так, и также состав. Теперь у меня есть трехзвездочный непробиваемый киборг. Золотой какой-то. Я еще не разобрался, что тут к чему. Но у меня теперь два золотых персонажа. Раз, два, три. Три серебряных и, по-моему, четыре серебряных. В общем, у меня есть Чудо-женщина, Бэтмен, непробиваемый киборг, Харли Квин, который мигает, наверное, ее надо прокачать, женщина-кошка, психопатка Харли Квин, Джокер и Доктор Фейт. Так еще Дэдшот и болотная тварь. Итак, Харли Квин, давайте прокачаем Харли Квин. Харли Квин. Улучшить, конечно. Вот она как сделала, и она стала двухзвездочной.
Так, что-то... Женщина-кошка у меня еще, да. Catwoman. Тоже ее сделаем с двумя звездами. Как элегантно. Так. И теперь самое главное, давайте посмотрим вот эту бомбу. Трёхзвёзд... Я буду теперь его прокачивать. Три звезды. Вот так он выглядит. Непробиваемый киборг. Но надо им еще поиграть. Он первого уровня, так что возьму какой-нибудь первый уровень прохождения. Harley и Харли Квинн вот такая. Неплохо, неплохо. Итак. А, Джокер. Давайте посмотрим Джокер. Джокер что-то, блин, конечно, походу навеян образом из фильма. Ну так себе. Доктор Фейт. Доктор Фейт. Вот так он выглядит. Держит руки как монах. Дэдшот. Дэдшот. Ну, Дэдшот, он и в Африке Дэдшот. И болотная тварь. Swamp Thing. Блин, был бы он побольше звезд, был бы вообще, наверное, убийца просто. Так, давайте возьмем компанию и пройдем, ну, пару уровней новыми персонажами. Вторую главу они не осилят, да и давайте вот первую. Так, и создадим новую команду. Бэтмен, Чудо-женщина и Харли Квинн у меня там на заданиях каких-то. Берем киборга, золотую Харли, ну и возьмем Джокера, наверное. Итак, посмотрим на этих персонажей в действии. Почему-то мне кажется, что киборг будет выносить. А вот Джокер что-то не вызывает доверия. Я думал, в сундуках мне попадется один швак, а нет. Ой, да они хоть это легкий уровень, можно было тогда взять и... Ну, тогда в следующий уровень пойдем. Опа, Джокер, Джокер. Чё там ты делаешь? Бомбой по башке. Вот, обновленная Харли. Против старой Харли. Что делает? Быстро, быстро, конечно, да, это слабенькие. Попробуем следующую главу взять. Ой, не главу, а следующий уровень. Чудо-женщина, тут босс? Ну, типа босс. Так, вот тут уже должно быть... посложнее. Пишите в комментариях, как вам Харли в этом костюме. Но скажите же, что она манит к себе. Харли и Джокер в одной команде. И такой киборг вообще тут не к месту. Да что-то киборг как-то медленно все делает. О, я взлетел. Я хочу посмотреть какие-нибудь способности. Но они тут долго копятся, конечно. Их надо прокачивать. Давайте вот вторую способность. Буя, он сказал. Давайте возьмем Харли. А это еще такой. Это меня что, превратили? Что за... Что это было, я не понимаю. Опа, битый по башке. Давайте возьмем Джокера. А, все, конец. Второго уровня они стали у меня. Давайте попробуем еще один уровень.
Может докопить до суперприема кого-нибудь. Давайте накопим суперприем у Джокера. Мне интересно. Так что сейчас, наверное, буду играть только Джокером, чтобы накопить ему суперприем. Пугало, конечно, тут вообще горелка. А, так, мне нужен Джокер, да. Джокер. Так, обычный прием не используем, мы ждем суперприема. Если, конечно, меня не убьют. Так, уже появились обычные, но... О, я думаю, я не успею накопить суперприемы, меня просто завалят. Да, Джокера сейчас завалит, ладно. Надо им все-таки подкачаться. Может, у Харли получится. Давай, давай, там чуть-чуть осталось. Хотя вы сейчас все умрете уже. У киборга есть суперприем. Ну давайте киборга. Куда это он его забросил? Много технологий. Меня показывает свой суперприем пугало. Одище. Я помер, да, я помер. Я возродился. И убил пугало. О, получил курточку Харли Квинн. Оденем ее. А интересно, эта куртка на мою старую Харли Квинн или на новую? На старую. На эту нельзя одеть. Харли Квинн. Да, у нее нет никаких. На нее, наверное, какие-то вещи покруче. Или эта Харли потом превратится в ту. Харли заметно прокачалась у меня. 2800 у нее опасность. 2823. Ну что же, я не буду затягивать это видео. И дальше. Прохождение, я думаю, как-то будет отдельным видео и персонажей. Я все жду, когда появятся испытания. Вот эти вот. Говорят, что они с 10 уровня появляются, но я уже 10, и они еще не появились. Пишите в комментариях, что именно вам показать в этой игре. Компанию, арену, может быть, просто бои персонажей. Сюжет мы с вами уже прошли. В общем, пишите свои пожелания в комментариях и не забывайте подписываться на канал. На этом сегодня все. Пока.